У нас 9 октября 2017 года. Вот мы с братом Никитой тут находимся на Костровом пруду. И вот здесь вот установили средние стояки. Потому что их не было. Прогнуло эти жерди березовые. Пришлось сделать стояки. Все везде отработки промазали. Вот. Здесь, конечно, еще надо было бы забутить внизу перед доской. Там у нас кирпичи лежали, но корова все. Вот. Все кирпичи, вон, видно, что поковерканы. То есть всю нашу площадку, которую мы выкладывали, чтобы вода не подмывала под доски, они ногами размолотили. Вот, вот здесь вот красивая такая аллея смотрится. Это мы трудились тут еще. Помогал нам Виталий Калинников. Брат вот Никита и я тоже. Вот мы втроем тут сколько. И главное, каждая ветлина прижилась. О, красота какая. Ну, кое-где посохли, конечно. Но в основном они все прижились. Особенно со стороны воды. Тут вода близко. Вот она питается хорошо. Красиво получилось. Это у нас шифер от бобров. Здесь можно было бы. Вот на храмом мы сделали, а там не помогло. Да и здесь тоже он, если захочет, может прорыть. Найдет слабое место. Ну вот так вот. Слава Богу. Слава Христу.